Сейчас у нас на экранах игра, которая называется Фламберг или Фламберг, я не знаю, только что почему-то задумался, как это читается, до этого ни разу не думал. И, по-моему, она в раннем доступе, ну, на самом деле это не столь важно, важно, что я посмотрел трейлер этой игры на Стиме, мне дичайше прям понравилось то, что я там увидел, и сейчас будем с ней... Тут даже есть мультиплеер, нифига себе! Но мы в мультиплеер не полезем, потому что вот. И начнем, наверное, с туториала, все-таки, что для меня очень не характерно, но все же мы начнем с Нужный туториала, да. гейминг и туториал, но Да, они встретились они встретят... Иногда, ты знаешь, они встречаются друг с другом. Вот, очень ненадолго, но прекрасно проводят время, расходятся. Так, добро пожаловать в туториал. Займет порядка 2 прекрасно, 2 минуты туториала. Это как раз в то время, которое я могу заниматься туториалом. Так, очень громко. Очень громко, извините, я сейчас убавлю. Почему-то так громко стало вдруг. Зажмите Shift или среднюю клавишу мышки. Я предпочту среднюю клавишу мышки. И двигайте камерой. Прекрасно! Теперь давайте ознакомимся с движением. Click and drag Logan. Кликните и тащите Логана к кругу. Вот, мы оттащили Логана к кругу. А теперь при помощи пробела мы произведем это действие. Не, execute button. А, или пробел дважды. И он сделает это. Так. Так. Очень хорошо. А теперь давайте поговорим о битвах. Обратите внимание, что Логан должен быть у вас выбран. Так. И у него есть атака, которая называется... Слушай, как чардж переводится? Всегда чарджем называл. А защита, по-моему. Нет. Чардж это, по-моему, рывок или что-то такое. Рывок? Не парирование. Короче, чардж. Чардж. Окей. И... так. Он обозначен оранжевой клавишей. Move Logan closer to the enemy. Вот это, наверное, чардж. Да, это чардж. Пододвиньте Логана поближе к врагу. Оп. А теперь нажмите чардж. Ты вообще конч, что ли? А как назад отодвинуть? Так. Я хочу отмотать. О, все, я отмотал. Я так... Нет. Назад. Назад, Логан. Логан, назад! Во, все. Так. Логан, фу. Так. А потом чардж. И он такой пронесется, понимаешь? Оп. А теперь... Так, а мне уже научили. Execute or right-click Logan to reset. Ага, все понятно. И сейчас он такой добегает и... Чардж! Вообще... Фантастика! Это главный, ну как это самый главный способ уничтожения врагов в игре Flamberg. Вы могли заметить красные red dots at the enemy's feet под ногами врага? Я не заметил. Так, это агрессия врага, агроиндикатор. Его атака Логан. Ну, вообще-то это означает, что враг будет атаковать Логана на следующий ход. И тут нам понадобятся защитные способности. Так. И защитная способность называется Guard. А, нет, защитные способности в общем называются, ну, как бы, Guard. Гарды. Гарды, короче, они называются. И у Логана есть дизарм. Так, он может дизармить врагов. Repel to repel enemy attacks. Видимо, чтобы прервать атаку врага. Вы кликните по Логану, и у него есть дизарм. Ой-ой-ой. Логан, ты можешь подойти? О, он может подойти и задизармить. Ну-ка, и задизармим. Так, давай, чувак. И он такой сейчас. Ну-ка. Клик Логан to select. Press W. Begin Aiming disarm. И чё? Has no direction. Click to finish aiming. Ну я ж кликнул уже. Ты чё, мне сейчас опять покажешь? Логана, окей, выберем. Чё происходит, а? Disarm has... Вот как это перевести, Марин? Что именно?
Безоруживание не имеет направления. А почему мне говорят, чтобы закончить прицеливание или right-click, чтобы закончить прицеливание? Click to finish aiming to cancel aiming. Ну и что? Почему ничего не происходит-то? Логан, отойди нафиг, все. Так, я просто отойду. Там видно будет. Клик Логан ту селик. И вот опять то же самое. Мануал. Кто-нибудь понимает, в чем вообще прикол? Мне же то же самое говорят. Так, Disarm has... Ну, это прекрасно, что Disarm has no direction. Клик Логан ту селик him. Что-то я делаю не так. Так, press space. Ну, допустим, я зарезечу Логана. Не, ну реально, смотри, мне дают одно и то же сделать. Короче, надо выйти отсюда. Не-не, это не... А может быть, мне просто надо сюда отбежать? Как бы, эта фигня светится призывно очень. Так. Не, нафиг, все. Main menu, никакого туториала. Будем считать, что 2 минуты туториала прошли, и мы сейчас ринемся в бой. Вероятно, игра все-таки в раннем доступе, раз такая хурма происходит. Но мы не отчаиваемся. Ни разу не отчаиваемся, потому что у меня лично, как бы, эта игра имеет каким-то странным образом кредит доверия от меня. Так. Потому что что-то вот мне понравилось в ней. Вот понравилось. Лемушка. Да, комплит 0%. И слава богу, все прям заново. Так, forest clearing. Зачистка леса. У нас романтическое задание по зачистке леса. Так. Переводи, Марин. Чуть-чуть. Ты здесь вообще? Проснись, да. Что-то плохое происходит. Моя голова кружится. You have to return to Nickwood. Тебе нужно скорее возвращаться в Ночвуд. Куда? Или что? Окей. Окей, ну надо так надо. Так, и сейчас мы... Я запуталась, за кого я читаю. А и тут я сам не понял, сколько тут народу участвует в обсуждении, честно. Так. Вот сейчас я делаю первый ход. Я подбежал и кидаюсь на солдата. Подбегаю и кидаюсь на солдата. Оп! Но я не убил солдата. Вот. Вот сейчас действительно есть красные какие-то хреновинки. То есть все как бы реально есть. Солдат. Вот это, видимо, его штуки, которые ему доступны. А это мои штуки, которые мне доступны. Вот. Окей. Вот! Вот теперь все нормально. Так, я чарджую. О боже мой, ты представляешь, мы с ним могли схлестнуться даже. То есть тут как бы... Я-то думал по очереди, а на самом деле даже нифига и не по очереди-то. Так. Мне очень нравится, как рисуется вот этот его путь точечками. Угу. Причем он четко, если у меня рука дрогнет, то персонаж тоже будет мотыляться. Нужно оценить диспозицию. Вот я не знаю, стоит ли он ко мне спиной, тут непонятно. Я просто к чему, есть ли смысл обходить, подумал я. Опа. Алберин. Я думаю, что тебе стоит читать за Алберин, потому что я предполагаю, что это женщина. Или женоподобный юноша. Значит, ты будешь считать за женоподобного юношу. Эй, тебе там нужна помощь? Кто ты там такой сидишь на дереве? Ополчение. Остатки ополчения got stomped. Ну, видимо, разбиты. Я вообще... С тех пор я сижу здесь и жду. Сижу здесь. Ты перевел. Да. Но теперь нужна ли тебе моя помощь, или я просто подожду, пока ты тоже тут... В общем, пойдешь. Сгинешь. Да, сгинешь.
Просто спускайся оттуда и помоги мне. Так, и теперь у нас два персонажа. А можно, интересно, сразу двумя управлять? Ну, в смысле, не, выделить сразу. О! О! О, это полезная тема. Еще ближе? Нифига себе, можно прям совсем близко. Можно микрить со страшной силой. Так. Ага, так, надо прикинуть. Я вижу, что они все пикейщики либо мечники. Поэтому... О, можно даже посмотреть их какие-то фишечки, которые они умеют. Ну, я побегу, конечно, ребятами вперед. Этот будет танковать, чувак, а женщина или женоподобный юноша будет постреливать из укрытия. Я так думаю. Экзекут. Интересно, далеко ли он умеет стрелять? Попробуем. О! Неплохо. А ты так выбегаешь тем временем. Такой. Так. Ага, он добежит. Поэтому... Ага, тут перезарядка. Можно задоджить. А этот может встать сюда лучше и атаковать. Но я боюсь, что тот будет раньше атаковать. Черт. Черт. Черт, черт, черт. Часть здоровья потеряна. Это опасно. Да, что-то я опасную игру веду. Так. Интересно, будет ли у него здоровье восстанавливаться как-то? Не хотелось бы потерять парня. Вообще, мне нужно уйти. Но при этом мне крайне интересно попытаться убить всех. Традиционно. Так. А, все. Странно, что копейщик ходит дальше, чем лучник. Казалось бы, лучник, типа, весь такой рейнджер. А, агро. Так, мы выйдем сюда. Нет. Выйдем сюда и... Будем дизармить. Так, а ты выйдешь вот сюда и будешь стрелять. Нет, нет, ты не будешь стрелять. Я только что понял, что как бы вот она выстрелить-то выстрелит, но враг-то уже будет на тот момент черти где. Додж. Сюда. Вот. А вот теперь я могу пальнуть. Причем с упреждением буду бить. А ты, чувак... А, он не может. Так, тогда чарджем. Блин, а как бы своей стрелой его не убить? Случайно. Фу, все норм. Вообще. Марин, напиши, пожалуйста, название игры в чатик. Народ тут спрашивает. Так. Уходим. Так. Сейчас попытаюсь аккуратненько напасть. Черт, он сагрился. Добежит. Вообще, по идее, если мы чуть-чуть отойдем, то нифига он не сможет до нас добежать. Ах ты урод! Вот я вообще не ожидал от него такого. Но зато он сейчас не может атаковать. Так. И мы сейчас тебя еще выстрелим. Я потерял своего лыцаря. Представляешь? А это на совсем или он еще? А я не знаю, я очень. Он вроде как сюжетный персонаж, поэтому я крайне надеюсь, что он еще вернется. Честно, этот загрится или нет? Я вроде аккуратненько стараюсь. Пока не загрелся. Ну, поскольку игра не завершилась, я так думаю, что все-таки нам как бы нужно пройти локацию, и они восстанавливаются полностью. Ну, мне так кажется. Ну, вообще хотелось бы. Я на всякий случай отбегу. Чтобы он не мог меня заатаковать. Во-во-во-во-во-во. Слушай, а ведь они-то тоже как бы не знают, как буду ходить я. Вот я что подумал.
То есть вот он как бы полагал, что я буду стоять на месте, и поэтому бежал в надежде заатаковать меня, пока я там. А я в этот момент взял и отошел. Виктория. Так, а теперь вот, внимание, вопрос. Что будет с этим персонажем? Так, space save, any key, continue without saving. Ну хорошо, save. Или здесь персонажи прям расходный материал по полной. Forest clearing, я так понимаю, прям мы игра уже престолов как бы... какая-то. Вообще... Вот вообще прям... Во, живой! Цел, жив, здоров, отлично. И нас уже атакуют. Так. Я... Встану в блок. А им... Ею... Этим существом буду атаковать. Немножко с упреждением. Execute. А, черт. А, вот хитрецы, а. Блин, тут лестница. Прикинь, вот это вот... Лестница. Я офигею. Нет. Нет, я поступлю хитрее. Мы резко... Отойдем. Посмотрим. Блин. Ого. Вот сейчас опасно было. Так. Шут. Чардж. Черт. А та все-таки... И этот получил. Не, как-то немножко не так работает, как я предположил. Но достаточно близко, по-моему, к тому, что я предположил. Ну-ка. Так. Расстрелять. Победа! Фу. Ну, в этот раз лучше получилось. Плюс 18 это, наверное, экспа. Получено 50 золота. Да, плюс 18 это экспа, очевидно. Так, ой, я не сохранился, потому что просто кликнул. Так, покинутая... О, кстати, вот интересно. Угу, нет, карту эту нельзя крутить. Abandoned Tower, покинутая башня. Посмотрим, что нас ожидает в покинутой башне. А, приятно, наконец, расслабиться, говорит Логан. И Марина говорит за Арберин. А, я забыла, что я за нее... В общем, берегись, я слышу шаги. Нас преследовали? Так точно. Сэр. О, прекрасно. Драка. Мне нужно практиковаться, говорит Гомель. Арбин. Он еще откуда взялся? Так, и он это вообще где? Он вроде как за нас. Я так понимаю. А он мечником является. У него класс мечник. И на нас уже агрятся. Один... О, ё-моё. Ух, нифига себе. А ты кто такой? Чемпион. Так, окей. Эти развалины нам помешают, поэтому я пойду вот сюда. Я думаю, мы встретим бой где-нибудь тут. Так. Экзекутим. Черт, надо было стрелять сразу. Так, ладно, чувак, ты будешь парировать. Ты чуть-чуть вот так вот подойдешь и будешь дезармить. А ты будешь стрелять, что ты еще умеешь-то? Сразу будешь стрелять. Так, вот чуть-чуть. Черт, с маленьким. Вот как так-то, а? Ну как так-то? Черт, я чувствую, что мы Гомеля потеряем. Так. Ну и пусть, я не успела к нему привязаться. Ну я как-то тоже. Я даже, честно говоря, я даже не понял, как он тут появился. Все, Гомель умер. Что-то как-то все резко развивается. Я еще никого, по-моему, не убил. Нет, одного убил. Ворога. Так. Да блин! Слушай, я вот сначала подумал, что это будет проще. Так. Тут я чувствую, что тут нужен рестарт.
Тут прям нужен рестарт. Тут, черт побери, необходим рестарт. Так. Где мне лучше встретить бой? Во-первых, я подбегаю сюда и запускаю сюда стрелу. И мне интересно, будут ли они вести себя так же, как вели в прошлый раз. Вот что мне интересно. Ты, чувак, побежишь сюда. Ты, чувак, побежишь сюда. Экзекутим. Я знал. Так. Вот ты будешь чарджить. Ты будешь парировать. А ты будешь избегать. Во, блин, а? Вот так вот вообще нечестно, ребята. Так. Ты будешь стрелять куда-нибудь вот сюда. Гомель у нас будет атаковать. А ты, чувак, встанешь сюда. И будешь тут со страшной силой дизармить. Блин, ну... Черт, а сейчас он... Ой, сейчас отхват будет. Как бы вот этого надо атаковать. Люрш. Ну-ка, давай вот сюда. И эвейжен сюда. Может кто-то все-таки. Блин, там еще один. Я только хотел сказать, что может кто-то все-таки выживет. Как понял, что шансы невелики. Так. Сюда. Интересно, Friendly Fire работает, не? Что я хочу сюда сейчас стрельнуть. Ну, ты можешь проверить. Все равно не попал. Ого! Вот этот хитроман, то мне кажется, нам еще доставит трудностей. Да. Ой, все. Сейчас-то все и закончится. Ой. Ой. Блин. Ну хорошо, одного из них я убью. Дефит. Так, я должен еще одну попытку совершить. У меня уже почти получилось, черт побери. Фу. Слушай, эта игра сложнее, чем на самом деле мне показалось изначально. Тут прям тактика. Так, а что если мне поступить иначе? Тут эти идут вдвоем, а тут... Ну, хотя эти тоже в итоге сходятся. Не, все-таки надо вот так вот. И после этого стрелять. Ты сюда. А ты сюда. Если сейчас промажу, будет обидно. Попал. Так. Так. Ты парируй. Да блин. Ну как так-то, а? Ну как так-то? Вот так вот, наверное, надо стрелять. Подходи куда-нибудь сюда. Черт. Ха-ха-ха, неудачник. Так, сразу чардж. Сразу это. И ничего, экзекут. Минус один, блин. Черт, я думал, пробегу цепану.
Чё-то не вышло. Так вот. Так, слушай, есть шанс. Есть шанс. Смотри. Я смотрю. Так. Окей. Сейчас очень нужно, вот очень-очень аккуратно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, чувак, давай, атакуй его. О боже. Ну мы победили. Ах ты хитромант. Нифига себе. Вот кто мог вообще такое ожидать от него, а? Кто угодно, но не я. Есть. Фу. Такое волнение. Она левелапнулась, ты посмотри. Она собрала всю экспу. А не, нифига на самом деле. То есть она все равно получила треть экспы, а те, короче, не получили вообще экспу. Вот это даже обид. Не, то есть я бы понял, если бы ей ушла вся экспа. Но так она получила треть экспы, а остальные не получили ничего. Такие грустненькие. Вот. Но я думаю, что на этом достаточно для ознакомления с игрой Flamberg. Мне лично очень нравится. Я люблю вот... Это тактика, но фактически в реал-тайме. Такое на самом деле вот... Как бы, кто хипует, тот поймет, такое редко встречается, на самом деле, в тактических играх. И мне вот такая вот постановка вопроса очень нравится. Это игра Flamberg, если вы в записи смотрите, то ссылка в описании к данному видеоролику. Очень рекомендую, очень понравилось.